Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. Вы на канале Джека Фрост, это Евротех Симулятор. Всем здравствуйте. Так, не знаю, ребят, вы меня просили карсы, ну, к сожалению, не нашел, но это более лучше, наверное, это более круче, чем... Сейчас я найду, надо... Где же бляха-муха? Да не знаю, тут... И задание тут вообще... Там Лондон, ну блин, ну сейчас не вижу ни хрена. Да вообще полное. Так, еще раз просмотрим. Да вот. Это не то. Вот, наконец-то. Блин, ну не прошлось. Ай, ёлки-палки. Короче говоря, ладно, едем. Короче, тут надо две паромные переправы. Надеюсь, я не запутаюсь. Потому что реально. Ну, вообще тут... Поехали, поехали, поехали. Ребят, я уверен, это же будет круто. Потому что грузовик везет грузовики той же марки. Это вообще, это круто, это вау. На самом деле, я думаю, блин, вам должно это понравиться, просто, просто должно это понравиться. Вот реально. World Trek, Sand Day, 20.01, Göteborg, Лондон. А я уеду жить в Лондон. Я уеду туда, где большая вода, может быть навсегда. Ну, короче говоря, вот такие вот.
Блин, ну это реально. Ну, не просто в обычном трековом симуляторе, да вообще просто в дальнобойщиках вы не найдете груза, где может грузовик вез бы грузовики. Это вообще. Сейчас мы посмотрим на этот груз. Вот они грузовики. То есть минуточку. Ну, вот. Ну да, все правильно. Везем грузовики. Вот это вообще зачет. Вот это вообще за счет сейчас минуточку. Ага. Все, поехали. Заводи. Так. Ну поехали, да поехали, твою мать! Сейчас-то что? Замечательно, просто вид охрененный.
Через три страны, бляха муха. Ребята, если будут склейки, это из-за того, что у меня игра свернулась. Аккуратнее, бляха-муха. Да куда ты едешь? Твою мать, я не могу. Рулевое управление просто вот. Твою мать. Так, ребята, мы сейчас будем просто ездить очень аккуратно. То есть не будет сейчас ни гонок, ничего. Ребят, ну вот, немножко послушали музыку, ну да, бывает. К сожалению, на этой видеокамере у меня нету возможности стопорить. Ну, единственное, что могу сказать, ну, конечно, за это я дико извиняюсь, но и второй момент, смотрите, какой шикарный мост. Просто вид шикарный, надеюсь. Сделаю атмосферно. Да. Да, шикарно. Но я говорю, будем ездить очень медленно, будем мы ездить очень аккуратно. Оставил ту музыку, потому что, я так понимаю, зрителям многим понравилась она, но... Я думаю, нормально будет. Сейчас кто-нибудь подопрет, да? О май гад, это был
Thank you, God. Спасибо. Ёлки-палки, вот реально. Я думал, что... Да твою мать, где эта рулёжка, друзья мои? Её ведёт просто как... пьяную бабу после вечеринки. Извините за выражение. Ну потому что я понимаю, это же реально фуры тяжелые, блин. Ну представьте, если каждая вещь там, ну сколько, блин, ну по 5-10 тонн, 20 тонн получается, лупим, в смысле, тянем за собой. Конечно, 50, красавчик, ёлки-палки. Я даже сейчас газовать особенно не буду, потому что, блин, ну... Ребята, я могу понять, там какую-то грёбаную картошку можно там и побить. Наконец-то, первый паром. Первый паром, друзья мои. Так, светофор на регулировании. Да иди ты знаешь куда. Твою мать. Ребят, если мы будем на ржашке, первой шашке, я даже своей формы не вижу. И с другими формами, которые сам везу. Это вообще охренеть. Ребят, идите в задницу просто. Большую жирную задницу. Я имею в виду не вы, ребята, а вы. Я этот светофор игру. Так, ребята, извиняшки, короче говоря, первого парома переправа, бля. Бля, комок, это трындец. Ну. Да не вы, зрители, подписчики, конечно, не вы, там просто стояли, блин, это куча, как всегда, этих ездюков. Так, сейчас мы отправляемся в Фрэгстрем, 3:15 минут, ну, блин. Надеюсь, я никого не обидел. Ладно, закончим. Это не дисклеймер, сейчас мы... На пароме должна перебраться.
Сейчас будет цирк, друзья мои. Знаете почему? Потому что сейчас будем выезжать с парома. Не, ну блин, да, немножко бомбит. Согласен, тут немножко есть. Отлично. Шикарно просто. Шикарно. Заводи. Да заводи, не глуши, блядь. Заводи. Мне нравится, как на карте обозначается. Никак. Так, тут опа... Всегда пьяная баба вернулась. Я тебе сейчас... Я говорю, 20 тонн тут... Охренеешь, конечно. Ребята, на машинах, давай чё? Это ты же палатку разбейте на дороге, блин. Раскройте, имейте в виду. Вот этих ребят я позвал, ребят, ты ж нормально всё успокоишь. Друзья мои, мы с вами едем. Видел их на нашем приколюк. Не обгоняй меня, не зли водителя, типа того. Просто вообще. Какого хрена? 2 часа ночи игрового времени. Все это, знаете, называется старший водитель. Ну давай, щегол. Я говорю, я сейчас буду ехать тут все по литературному телевизору. Давай.
Что это за памятник? Четырем вертушкам тут. Твою... Неудобная скорость, ну что делать? Ох, как, прям просто песня. Отлично, ну умничка, просто. Так, смотрите, друзья мои, обратите внимание, это что в первом краю на заправку есть. Я бы сказал мотивирующе. Лайки тут разные. Я специально то ограничивают нас, но мы не будем превышать, потому что просто деликатные. У нас скоро так ведет, сами знаете кто. Я уже сказал минутами ранее. Мы ведем очень ценный груз, мы ведем грузовики. Так что вот так, друзья мои, все должно быть четенько. Да, может поздравиться, почему бы нет. Сказать, смотри, завидуй, елки-палки. Так вот, ты дрянчишь вообще. Я так понимаю, это ж... Мы с одного зала просто перевозим. И самое интересное, обратите внимание, друзья мои, мы перевозим на Volvo, то есть мы... Понимаете, хитрый ход. Как я уже говорил в начале видео, Volvo перевозит Volvo, это вообще...
Ни Мерс, ни КамАЗ, там еще чего-нибудь. Ну, КамАЗ, это, конечно, и ляп, но здесь нет такой модели. Ну, и может быть есть модификации, ну. Ты немножко смелел, конечно, да. Это проселочная дорога, едем, ну да. Ну сильно, конечно, не будем знать, но. Едем, едем, друзья, с вами. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, камера. Да, и эта синяя табличка даже за километр учуя. Потому что не предупреждать, не имеет права. Же, ребята, мы их по Крыму проведем. Поверьте мне. Это как же без поворотников, да? Это вообще как-то... Вот, классный... Классный просто пейзаж вообще...
По-любому за это лайк ставить нужно. Знаешь, конечно, тут я наговорил всего, но... Тихо. Надеюсь, оно того стоит. Давай. Как? Вот что это, блин? Блин. Да ну вас, ребята. Просто хотел показать панорамный вид, но, блин. А в итоге чуть кирпичи не отложил. Давай. Сейчас посмотрим на карту. Карту, пожалуйста. По частям загружает. Дистанция 1074 километра. Елки-палки. Вау! Просто вау! Оказывается, друзья мои, мы просто... Сейчас едем по ровной переправе. Супер. Вот это зачем? Тихо. Тормози, слушай. Ну понимаешь, тут такой долбанутый светофор, как бы это по-русски сказать, литературно. Такой долбанутый, он говорит красный, но никого нету. Ну и долго мы тут будем стоять? Чувак, вообще никого нету. Светофор, это к тебе обращаюсь. Спасибо, дорогой. За то, что обратил на меня внимание. Эй, хорошая волынточка. Дальше стройте дорогу. Пялится тут на меня. Сейчас, говорю, еще один паромчик, и будет опять же... Здравствуй, Англия. Слушай, да? Темнеет. Как-то раком каком. Тихо. Сейчас все, блин, у меня начнется. Все, блин.
мне короче, у меня грузовики. Я ничего не знаю. А, прям есть. Ой, блин. Ты, бляха, намотай, не могу. О, бро. Не, ну, я, конечно, отхайл его конкретно, ну, блин. Да езжай, бляха-муха. Открыть стволы. Да вот он, огромная переправа уже. Не, ну, я, конечно, сейчас... Да твою мать, это хорошее. Едем, 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 едем. Тут все показано, ты же... Да провисает за собака, блин. Ровно 10 FPS крутится и все, блин. Я знаю, тяжело, а кому сейчас легко. Что вы думали, мне тут... Вы понимаете... Чё... Мир... Что? Ай, гребаный навигатор, езди, я тебе не могу, я тебе выкину в окно просто. Вот раньше нельзя был, придурок, сказать, ты поехали, да поехали, газуй ты. Спокойно, просто спокойно, сейчас заверяю. Мать, вот ты крыса, я не могу. Ты понимаешь, вот не показывает, зараза. Ну... Да-да-да-да. Совсем для тупых повесить. Скорая машина, добро пожаловать. Так, сейчас мы аккуратненько загоним. Ну хорош уже, а! Игру. Так, ладно, все, отправляемся в Англию.
Слава богу, будь один. Тут, я говорю, тут игра можно прикольнуться в два пути. По какому вы поедете, Сайро? Сайро, по пути дебилизма или по пути абсурда? У вас есть два пути. Есть резик, на самом деле. Есть резик такой, на самом деле. Единственное, что мне морально нравится. Да, Гёте был в Лондон, соответственно. Сейчас опять будет тушняк. Сейчас принимал ли там, как в одном мультфильме я видел, тушка висит и поливает дождем. Бесконечно просто. Сейчас такая же ситуация будет. И будет здравствуй, дождевая Англия. Так. Ну а что такого, блин? Все, отстань. Так, друзья мои, мы вы... Просто не по той едешь. Вот так вот. Молодец. Молодец. Знак увидел, молодец. Я говорю, что все шиворот на выворот. Единственный вопрос, зачем в Великобритании грузовики Volvo? Не знаю, может быть там это значит. Перемещаем с одного автосалона с другой, ну а почему бы нет? Например, в Великобритании кто-то захотел купить Volvo, да? Ну, идея как. И тут, знаете, где взять? Нет модели. Да тихо ты! Блин, опять это... Слушай, я, конечно, понимаю, тебе по приколу кататься по ней, но, блин... Меня ни разу не вдохновляет. Тем более, темно, как у негра в одном месте, блин. Извините за выражение. Я про американца, конечно. Простите, Сайер, шо... Блин, вот это... я и говорю, тут... Да... Да хорош ты! 406 километров по этой дороге, ну... Я не знаю, друзья мои... Я говорю, тут все не по-русски, тут... Правая, левая, левая, правая, блин. Вы говорите, там хорошо, ага. Ну хорошо-то хорошо. Когда ты пассажир, не когда ты водитель, ты тоже через себя все это дело пропускать. Тихо, 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 пьяная баба вернулась, тихо. Сегодня ну, с нами за рулем по-любому. Как мне раздражает, когда вот в зеркалах потихонечку едут. Может припереть боковиной там, да.
Да, друзья мои, ну... Это я объяснить никак не могу. Один мост проехали. Второй мост. Сколько этих золотых ворот понатыкано? Я-то думал, только в одном Сан-Франциско оно есть. Это штат Калифорния, страна Соединенных Штатов Америки, соответственно. Оказывается, ни хрена подобного. Самое интересное, друзья мои, если все будет нормально, у нас уникальный случай. Ну давай. Ты сволочь, все-таки притерлась, гадина. Я сейчас не про фору, друзья мои. У меня сейчас фора просто ушла. Ай, блин, как тяжело-то, а? Можно его кратко хотя бы поэтому? Проезжай, пожалуйста, дорогой, ну проезжай. Ну какого хрена ты встал? Сейчас не влепит, уже по встречке я объеду. Ну, к сожалению, мы проехали, может, эти золотые ворота, но... По-любому наш человек. Перестроиться. В левый ряд, ну да. А хотя хрен знает, блин. Да, ребят. Какой тут 80, тут... Вообще... Тревожно. Потому что аварии-то не хочется совсем. Ну, 360 километров осталось, но... Да не может быть. Ну, ребята, ну... Тихо, 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 тихо. О да, детка. Это супер, друзья мои, это супер. Вот, вот, вот это как раз те камеры, которые висят на штативах, про которые говорилось не в одном выпуске.
сверим просто. Тихо. Ты меня не поймаешь. На свой фотообъектив. А мог, на самом деле я резко сбросил скорость. Я не думаю, что мне красным не горит. Давай. Как она опасность извернула? Почему нельзя выстроить маршрут, чтобы без этих гребаных поворотов? Да конечно, твою мать! Вот я и боялся вот этого вот, блин. Да. Ты знаете, за что боролись, на то и напоролись. Ну, друзья мои, ну я сделал все, что мог. Я вел, я матерился литературно. Ну, видите, игра сказала, пошел ты нахрен. Знаете, дамидж 2%, блин. Я и боялся, что на этом гребаном повороте как раз ее и поведет, потому что она перегружена. Где 2%, я не думаю, это же совсем уж... смертельно.
Да что ж ты делаешь, упырь? Сильный светофор, охренеть. Кому-то съехал на магистрали, я бы тоже куда-нибудь съехал, потому что так вот это твоя мать колхозник. Прям наши руки вспотели, блин, это вообще трындец. Ты вот говнючела, блин. Я так стараюсь, блин. Твою мать! Не, значит 3% нормально. Был 1, стал 3.
горы, тут трафик. Ёлки-палки. Давай, 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 на. Да что у вас, блин? Приступ маразма у всех. Да вообще, друзья мои, вообще охренели. Главное, который 127 километров. Якудия. Здорово. Ну конечно, конечно. Вот что творит, вот что тебе на одной полосе не едется. Давай, давай, давай. Извини, я видел ситуацию, но... Что это сейчас было? Я думал, у меня бомбануло, блин.
кстати, это не удивительно. Чисто реально. Сижу, офигеваю. Так, сейчас мы тут. И все, ребята, мы конвой организовали. Во главе у нас идут карцы, замыкающие, соответственно, трекеры. Ладно, ладно. Да куда ты лезешь? Давай, блин, уйди. Блин, ты что ж такой? Ты тупорылый, что ли? Алло. Блин, вот... Ты из серии есть... Который постоянно портит кадр. Да твою мать, да выровняйся! Надеюсь, сфоткал. Время, друзья, 45 километров осталось. Так, осталось... Да, вот так вот, друзья, бывает. Да твою мать!
Все, друзья мои, подъезжаем, ну, наконец-то. Да! Ты придурок или где? Водитель автобуса, бляха-муха. Давай, 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 Лондон. Я уеду в Лондон. Я уеду в Лондон. Я уеду туда, где большая вода, может быть навсегда. Уже в Лондон. Короче. Поезда, я уеду жить в Лондон. Да, добро пожаловать в Лондон. Да что ж такое-то, а? Да, если ты вырзи. Да, передашь, бляха-муха. Запрещена стоянка, соответственно, да. Ну, друзья, немножко осталось, 1 километр. Ну, тут несложно догадаться, это же... Вот она воля, соответственно. Да что ж такое, что ж за члены или тут? Мы еще 30. Друзья мои, да мы вообще просто умнички. Что забирайте? Волю трек дилер. Что ж, друзья мои, мы сейчас работали на распространителе Volvo, то есть
То есть мы можем как бы забить, ну, забить болт на Мерс и купить Volvo, почему бы нет? В принципе, машина хорошая, скажем так. И неплохо себя ведет на дороге, но нормально. Это вообще шикарно. Ну что нам скажет? Фантастика, она говорит. И прокачивает она уровень чуть не до 9. Ну понятно. Ну это ладно. Да все равно делать, понимаете, друзья мои, вот не хотелось никого обвинять, ну а лезли просто, ну я не могу. Я магистраль терпеть не могу, потому что вот едешь, а лезут какая-то. Вот бы обогнать. Это что, гонка что ли? Так, ну вот, при вас, чё мы... Так, скажи, да, это где? Да заманчиво, друзья мои, но все-таки хотелось. Подожди. Вы мне объясните, что эта белая ерунда означает? Ладно, прокачиваем дальняк тогда, ладно. Ну вот так как-то, друзья мои. Ладно, на этом выпуск заканчивается. Спасибо, что смотрели. С вами был Джек Фрост, Ответ Фрост. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем всем хорошего, друзья. Пока-пока.